Привет, друзья, подписчики мои, мы сегодня поиграем с вами здесь, у нас новогоднее настроение, уже совсем буквально скоро Новый год, остается буквально несколько дней, и будем праздновать пришествие Деда Мороза. Вот, играем сегодня здесь на пока что пятихатку, а там как пойдет. Всем привет. Всем привет, да, еще у нас сегодня Настик. 500 рублей, ребят, этот аппарат не принимает, поэтому будем делать склейку и прерывать ролик. К сожалению, занимаю проблемы, это проблема, блин, владельца аппарата. Итак, начинаем играть. Пошла в Кришня, стоит 20 рублей, очень дорого, но... А я даже не знаю, я хочу мэт, здесь классный мэтр есть, ребят, смотрите. На камеру он, кстати, больше, чем в жизни. Но мне кажется, мы не достанем его. Прям очень такой вот маленький. Попробуем. А я хорош. А я был неплох. Я был неплох. Надо быть реалистом. Вот этого? Ну, вот этого? Да. Так это собака, нет? А, ну да. Или кто это? Это заразно, короче. Я поняла. О, хорош! 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 Настик! Настик, смотри! Вообще! Пуля это просто! Кисули моей! Это погремушка для детей. Это нашему будущему бебику. Слушай, ты знаете, ребята, за 20 рублей мы... А он прям четко, да, его зажал и схватил. Щит, слушай. Какой прикольный. Посмотри, здесь есть прорезыватель для зубок. Здесь есть вот эти вот колечки. Единственное только, знаешь что, он не шуршит. Нет. Настик, давай, выбирай, что еще хочешь. Раз такое дело пошло. А, сама хочешь поиграть? Ну, играй. Слушай, как четко я прям его... Чего? Спасибо. В прошлый раз это когда? Опля! Отпустил! Ты видела, да? Подожди, мне кажется, она чуть-чуть левее. Не-не-не, другую сторону чуть-чуть. А то он... Ну, давай, вот, да. А то он может цепануть. Ага, отлично. Не получилось. Попробуй еще раз. Морковку надо только на скиле. Попробуй медведя еще. Не-не-не-не-не-не-не, мне кажется, он цепанет сейчас за стекло. А если нет? Ну, я не знаю. А если нет? Ну, блин! Ну, вот сейчас ладно, она так и планировала. Как раз сейчас идеально будет захват за попу. Доведи просто его в попу, она тут строится. Слушай, не, а вот этот аппарат... Ты уверена? Не знаю. Вот этот аппарат... Я никогда не уверена. Прям очень... Нет, ты не умеешь, дай Кирюше сделать. Ты только просто зря тратишь наши деньги. Сейчас мы. Ты знаешь... Кстати, слышали, как он обижает меня? Даже если мы деньги тратим. Ничего не выиграем, я уже доволен, это игрушка для детей. Она офигенная. Я так и планировал. Попытка последней. Кирюш... Кирюша так и планировал. Главное, чтобы он не отпустил его сейчас. Отлично! Отлично! Вот так это делается, ребята! Доставай нашего пупсика. Правда, мы хотели мэтр выиграть, но... Так, слушай. Розовый и такой. А у нас есть такой? Да, розовый. Блин, ну мы с ним прям четкие. Я в прошлый раз вытащила. Кого? Такого медведя розового. Здесь. Разве розовый он был? Да. Так, ну давай, попробуй еще что-нибудь выиграть. Все? Дай Кирюша урвать. Возьми морковку. Только чему? Попробуй пырочку. Она просто так лежит смачно. Есть. Батя в здании. Бэнг-бэнг-бэнг. Надо, понимаешь, Настик, надо быть реалистом. Это вот можно... Ну, один раз попробуй. Ну, блин, на скилле тут... За 20 рублей, но я не хочу свой скилл на это тратить дело. Ты же профессионал. Yeah. Видишь, что бывает? Я не нажимал, кстати. Она да сама закрылась. Да, она цепанула и закрылась. Там страшный заяц синий. Ну, есть. Ну все, ты его еще больше, кстати. Нет, а мне кажется, сейчас мы можем попробовать. Да, последний раз на него. Я не хочу тратить руки на скиле. Нет. Да, я тебе сразу сказал, что это нереальная фигня. Хорошо, может, какого? Вот этого розового. Да он слишком там прикопан. Давай попробуем зайца. Просто попробуем он разок. Страшный,
Не, без шансов. Давай, поиграй. Тихо, ты чуть не головой не врезалась мне в телефон. Давай. Извините. А я не знаю, что. Что-нибудь делай. А зачем нам еще такое? Ну ладно, в принципе. Ну, ты же хотела мишку розового. Ну тут вообще, ну, действительно закопан совсем. Было еще, наверное, под бокал ниже опустить. Ну, слишком тут игрушки сильно наложены. Не, ну как мы эту первую выиграли, это вообще что-то с чем-то. Я... Ну да, в принципе, все остальное. Но если потихонечку подцеплять его, это много это денег, да. Ну попробуй. В принципе, если ты его сейчас вытащишь оттуда, мы немножко метра подразгребем, и тогда сможем выиграть метра. Слушай, мне топорат реально нравится, он реально четкий. Да, он 20 рублей, но в принципе мы вот игрушку уже выиграли. Нет. Что-то вообще попытка была ни о чем, да. В общем, надо сюда приходить тогда, когда здесь немножко подраз... Это самое. И пробовать выигрывать. Но реда, и ред слишком тяжелый. Не знаю. Попробуй. Ты зайца хочешь? Ну, не знаю, что это. Мышь, заяц, что-то. Опля. Рандомно. Ну, не знаю, тут нечего тащить. Ну, да. Этого круглого даже бесполезно тащить. Наверное. Ну, так-то да. Вот так точно делать не надо, бесполезно. Маленький аппарат с игрушками. Будем вытаскивать база лайтера. Как-то он криво это сделал. Он несколько раз сжал и разжал. Ага. Попробуем еще раз. Так, я так и планировал. Нормально. Отлично, да, отлично. Так и планировал, Так все и задумано было изначально. Мне только дико вот эти штуки отсвечивают в лице. Я ничего не вижу. Опа! Есть. Я так и планировал. Нормально. А это какая-то... Что это вообще? Ну, какая-то фигурина. Отлично. Я вернул его в то же положение. План Б. В другую сторону хочу. Щит, не получилось. Ну, я думаю, все, да? Или что? Или еще есть поиграем? Да. Будем пробовать выиграть что-нибудь другое. Но там, я вижу, прикольные брелочки есть. Может, медведя по фану чисто. За башку сейчас как вытащим, как поймаем, как мы вы... Да. Я был близок. Я был хорош. А там вон кунг-жу какая-то, есть игрушка оригинальная. Вот этого хочу. Разноцветный? Да. Отлично. Есть, ребята. И нету. Не, ну почти, мне кажется, просто надо... Ага. Вот, да. Надо было чуть-чуть к себе. Ладно, пойдем за тигром. Вот полосатого тигра. Отлично, отлично. Не, ну это вообще кидалово. Не, кидалово какое-то. Давай вот это попробуем. Ну это прям идеально лежит. Типа, если отпустит, то это прям будет видно. Так. Это прям было видно. Ну я даже не знаю. Че, еще раз сыграть? Нет. Давай еще раз сыграем. А хочешь ты сыграть? Это я занял весь аппарат. Ну все. А? Я в маленький. Ребята, я зарядил деньги, у меня прошла транзакция, но почему-то не работает. Нет, еще обмен, да, мне. Ну, еще долго будет обмен. А, вот все. Я так и планировал. А он тоже так и планировал. Отдай мне эту некрасивую собаку. Зачем брать за некрасивую собаку? Потому что она кому-то может понравиться. Не, давай нафиг ты. Опять, ты собаку ты хочешь? Ну вытаскивай собаку, вытаскивай вообще что хочешь. Your life, your rules. Ой, как ему плохо. Да, кому я доверил управление? О, боги. Я думаю, что он... Ну, короче, я собакой все испортил. Я думаю, что он слишком все-таки тяжелый. А медведь нет, да? А медведь, он, по крайней мере, хватает удобно его. Да, друзья мои. Ребят, ну попробуем. Нет, надо желтого, он такой прикольный, мне кажется.
Ну и как раз. Я так и планировал. Нет, он не будет упрыгивать. Да грамотно подцепить его просто. Нет, сейчас. Сделает Кирюша. Опа! Я, понимаешь, я поближе его пододвигаю. Блин, чем сейчас он в ту дырку провалится, а у нас попытка последняя на него просто есть. Блин, трачу деньги на какую-то фигню желтую. Я не хочу больше тратить деньги на фигню желтую. Так, ну давай попробуем... Закинь, мало не будет, ладно, подарим кому-нибудь. Да он не вытащится, он миньон, он за очки сейчас цепанет и все. Так он же развернется. Конечно. Нет, но он все равно цепанет за очки. Нет, ну неплохо был, но он нет, он как-то криво лежит. Ну что, я не знаю, давай что им еще было. Эту пупырку, ну бред. Вот это тоже бред. На скилле того не получится вытащить. Еще раз попробовать медведя розового. Там пупырь мешает. Как будто немножко поднимает, и при этом нет. Ну вот столько мы сегодня выиграли игрушки, ребят. Ну, пятихатку, да, по-моему, садили. Ну, прикольно получилось, ребята. Вот это прям мне прям очень нравится. Все, подписался, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.